Железнодорожная станция Химки. Ежедневный пассажиропоток – десятки тысяч человек. Больше 5 миллионов в год. Нагрузка на станцию продолжает стремительно расти. Есть решение сделать новый транспортно-пересадочный узел. Об этом сообщили в информагентстве ТАСС. В проекте расширение коридора, возведение закрытых переходов с эскалаторами и лифтами, создание пунктов охраны и скорой помощи. По Химкам есть предварительная договоренность по возможности даже организации остановки Сапсана на территории ТПУ в Химках, для того, чтобы люди, которые ездят в Санкт-Петербург или прилетели на самолете и хотят ехать в Санкт-Петербург, не ехали в город, не ехали в центр, а могли пересесть на скоростной поезд в Санкт-Петербург быстро и без больших сложностей. Проект планировки транспортно-пересадочного узла уже утвержден. Скоро его вынесут на публичное обсуждение, чтобы привлечь инвесторов.